Всем здравствуйте, доброго, хорошего дня. Сегодня мы вышли из дома с Алечкой, решила с ней минут 15 пройтись, чтобы немножко аппетит был у ребенка, так как она плохо кушает. Вот сейчас перейдем дорогу, это здание, кто жил, учился в этой части, узнает вот это серое здание. А сзади этих новостроек не было. Сегодня хочу снять ДСК, дворец спортивной культуры. Раньше там находился бассейн. Раньше, я помню, детьми на территории этого здания сзади находился склад. И там всегда была замазка. И мы с детьми перелазили. Вот там белый забор. Перелазили через забор. Там были две большие собаки. И один мальчишка собак отвлекал, а мы быстренько бежали, рискуя быть укусанными, бежали за замазкой. А замазка нам была нужна для салок. Мы ее лепили в крышке, наполняли крышку замазкой, крышку от банки. И крышки были так капроновыми. В серединку ставили монетку и играли салки. А салки играли для того, чтобы выиграть фантики от жвачек Турбо. Вот эта девятиэтажка тоже старое здание. Этих новостроек вообще не было. Особо далеко не могу ходить, так как ребенку еще нельзя гулять много по воздуху. Правда, сегодня теплая погода, солнышко светит, тепло. Да. Птички радуются жизни, птички. Сейчас мы вот отсюда пройдем. Воробушки. Давай, солнышко. Сейчас мы пройдем и снимем ДСК. Спасибо вам за поддержку большое, кто мне пишет. Такие теплые слова пишете вы. Особенно мне пишет Галиночка. Спасибо вам большое. Так вы меня поддерживаете. Утром просыпаюсь, открываю. И сразу на меня сыпятся добрые, положительные комментарии. И... Сколько тут птичек? Да. Это, конечно, большая поддержка. Настроение поднимает. Мама, смотри. Где? Вот, редкая птичка. Где? Он был только что. Нет. Где? Вот, вот он. Да я не вижу там воробьи. Вот, вот. Смотри. Нет, это трясогузка. Это не снегирялька. Это трясогузки, солнышко. Они очень красивые. Да, вот дальше идут там в ту сторону те самые общежития. А вот сейчас, видите, открыты ворота. А раньше эти ворота были закрыты, и мы перелазивали. Да, и вот эта территория, конечно, вот сейчас здесь дом. А раньше она была... Большая территория. Дома этого не было. Он относительно недавно появился. Пошли, практически уже дошли мы с Алечкой до ДСК. Сейчас я не знаю, это здание вообще осталось, есть ли там бассейн. Ну, в наше время был бассейн. И мы... Я очень хотела записаться, ходить на бассейн. Но, к сожалению, не получилось. А потом ходила... на другой бассейн на Гянджелике. И научилась плавать. Вот здесь находится общежитие. Вот там троллейбусный парк буквально. Здесь городок был студенческий, мне рассказали. Расстроилась я. Сейчас дорогу перейдем. Давай, Алечка. Вот не знаю, почему нет. Убрали. Здесь стоял бассейн. Мама расстроилась. Да. К сожалению, убрали. Все так быстро меняется. И город, и жизнь, что не успеваешь уследить. Вот там котлован. Его полностью жалко. Могли бы сделать ремонт. Столько молодежи бы занималось спортом. Все-таки большой, хороший был дворец культуры. Очень обидно. Вот это вот здание. Это шатлы ковид, дом торжеств.
Его тоже не было раньше. Нет, это... Нет, нет. Это здание Азертач. Информация. Агентство по информации вот здесь находится. Прям рядом вот здание. Так, фотоинформация. Азертач. Сейчас пойдем дальше. Посмотрим, что где. Надо было нам с той стороны пойти. Давай дорогу перейдем, обойдем, солнышко. Нам так что надо дорогу перейти. Стараемся медленно идти, чтобы не спотел ребенок. Погода хорошая, радует нас. Скоро весна. Вот здесь построили огромный маркет Браво. Да, открыли Макдональдс. Здесь раньше, если я не ошибаюсь, был техникум. Или он чуть дальше, сейчас я сниму. Техникум дальше, вот где новостройка, сейчас мимо будем проходить, тоже сниму. Смотри, какие цветочки. А я кроликов увидела. Да, там кролики были. Там зоомагазин. Ресторан Зеринч. Вот техникум. Вот здание техникума. Сейчас мы дорогу перейдем.